Так, процесс приготовления чабанури. Саня своим пузом влез сюда. Я с решеткой. А, то решетка, то да. Не пузо. Так ты на противне будешь? Нет, их складывают. Они складывают. Пиво тоже входит в состав чабанури. А воно в мене влазит. Входит. Да-да, входит, чтобы постреляли, не получили. Да-да. Чисто замешиваем на пиво. Відкрий, будь ласка. Чабанури? Чуешь, если ты готовишь чабанури, то у тебя фамилия Чабанидзе будет. Так меня так и называют. Вот Ростислав Чабанидзе. Ну я, например, всегда тебя Чабанеускас называл. А тут ты вдруг Чабанидзе уже. То была прибалтийская фамилия, а теперь... Потому что помидоры это будет салат. Я пробовал всякими разными начинками, вот это самый офигенный вариант. Начинка. И с укропом там, и... Вот вам начиночка. Вот вам напивочка. Наливочка. Наливочка. Слушай, может на решетник вложить? Нет. А почекай. Три штуки влезет? Влезет. Подожди, там же своя технология. Сейчас начнется еще... А ти решетку хоч випалив трохи? Піде її на... Ні, і ми. То піде подержи, хай мікроби згорять. Я мив її не дав. Постав на двугляни. Постав на двугляни. Нельзя її на двугляни ставити. Можна. Сир вилазить. Сир вилазить. Як попісяв, ти руки помив? Так. На. А на. Так смачніше. Так не получиться. Бачите, пузырится тесто все. Да. Все говорит о том, что они будут пышные. Ты яйцо кидал туда? Нет. Зачем? Он сейчас раскатает свои. Просто вода? Нет, какая вода? Пиво и тесто. Пиво и тесто. Кефир. Та ми ж щоб ніхто ж не знав. Я ж в YouTube виставлю, всі начнуть робити чабан. Та пусть делають. Ти не можеш казати, що там пиво і тесто? Да. І мука. Ні, все. Пиво і мука, а не пиво і тесто. А в тебе Wi-Fi є тут? Нема Wi-Fi. Це саме. А як же я виставлю зараз? Через Kyivstar. Kyivstar? Так. Це саме. Такое. Противень освободи, пожалуйста. Слушай, а если бы ты вот это сыпал на стол не пшеничную муку, а кукурузную муку, было бы прикольнее? Дело в том, что она внутрь зафигачилась. Ну, это если бы уже ты сделал вот так, ну, вот да, да. Удался, да, вариант. Ну, как бы я понимаю, что бы тогда оно проканало. А ты... Чабанури бьются. Это просто задолбался уже катать их, блин. Я обычно их всегда такими делал. Ну просто, ну реально, ты задолбаешься катать, и такая грубая мужская тема получается. Ну, сейчас, не, надо было этот отвесток закатать. А нет, тут вообще чабанури такие выдали. Что-то даже сыром больше, чем тесто. А мы его в салат добавим. Нет. Мы его так сидим. Я могу сейчас зафигачить с него, короче, вот такие лепешки, короче, и сделать на огне их можно сделать. Какие лепешки? Тут
ты же делаешь чабану. Сыр остаю, ну, можно, чтобы сыр не оставался, сделать еще прикольный лепёк. Так, у Сани что, муки нема, мы сейчас еще чабану сделаем. Та ну, пойдем продавать. Нам надо кефир, да, чтобы оно... Ну, то пока... А, ты же ж пиво, блин, напився. Не-не-не. Кефир надо греть, да, микроволновки. Не надо ничего там греть, не, Саня. Кефир у меня, он очень... просто в холодильнике, он холодный. А что ты у батьки не заказал, блядь? Тихо. Бо в него таких немає. Я хочу цей 360, що спереді і ззаді. У мене ж бачите чехол, Сань? Такий, що і спереді захищає. Та я вже положив уже все. Блядь. Так ну... А, де? А, і треба, знаєш, якусь, щоб я чим зачепив. Ну так. На, ще одну можна ставити. А як зачепити? Отут тако поставити. А, понял как. Та от, от так, да. Та ні. Так, ні, ну як, його не зачепити. Все, тихо. Дай сюди. Гоша, його треба все одно контролювати, тому що зараз масло я буде понял. Капати. Переворачував якусь вилку там. Вот так я и думал, что по диагонали. А. Та и бери другий став. Не, здрасте, надо следить, что он сгорает моментально. Саня, переверталку надо. Та от на ту переверни і все, понял? Ну, не-не-не, вот так, да. Опа, ах, ах. Да, логично. Хорошо. А шо, у тебе щипців нема? А щипцами не, неудобно. Мука не сильно белая. Так, ну еще одну табуретку сюда надо. Как бы можно вариант такой, ну их можно не мазать маслом перед этим, их можно потом мазать. Но они тогда чуть другие, вот так лучше всего. Не, лучше решетку маслом смазывать. Не, не, не. Оно тогда не, подга... не присыпает. Тесто, тесто хорошо жарится, когда уже на нем масло есть. А потом, если мазать, оно не, не так, меньше геморроя, но не так вкусно. Полка-ка штука. Все, он уже готов. Точно? Да. Вот, и пусть себе лежит. Его видишь, вот это на троих уже можно бутылку выкинуть. Эта штука не надо тебе, я так понял. Все равно просто вылить куда-то, чтобы я макать мог, понял, да? Тарелочку глубоченьку такую, пиалку, пиалку. Да. Класс, вот вещи, да? А те уже можно три подготовить, чик-чик. Это уже не надо. Это уже не надо, да. Или подготовить ее еще для этих. Ну, это его надо мыть, короче. Я помою. Ну, тогда помою, да. Все для друзей. Знаешь, когда вот это... Коротко, но ёмко. Да. Когда камеру наводят на тебя, ты раз такой, как будто все слова забываешь. Я знаю это.
музычку подложишь. Не, я не буду. Фуру, 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 фуру. Фуру-ру-ру-ру-ру. Одинокий. Пастух. Чабан. Одинокий чабан. Одинокий чабан, это же я есть одинокий пастух. Ну, всегда. Как бы так все... Опа. Ай. Приготовка. Можно попробовать просто запечь, а потом помазать. Так будет типа меньше геморроя. Так воно сейчас присохне до цього, як не намазано. У нас подвоїть вторую рішотку, так? Да, так, так, так. Щоб не переворачувати. Ну, поняв, отак, так, отак. По вторую. Ні, ніже, ніже, от можна. Ні, треба, щоб роздувати, воно ж роздуватися буде. А я думав, от це нам. Ну, хорошо, пусть буде. А що не вставляєш? Та вставилось. Ні, от тут. А, от тут назад. Вот так. О, видиш, от це треба. А, придержувати. Вот так оно печется, и масло не капает, оно не горит, типа не паришься. Тебе тряпку дать. Да, ну, тряпку, чтобы я воду вытер. Да. Так вот, тряпка, чтобы ты воду вытер. Только не переверни сзади себя. Ты не переверни сзади. Я постараюсь, спасибо. Ой, такой этот самый, такой уход за поваром. Ну смотри, Саня, если тебе жарко, могу помогать. Вот этой двоих реально хватает, чтобы пожрать. Ты ж поев, Саня, этот, как он, визажист у нас. Кто тут король? Ты смотри, там на... О. Да. Он убежал. Не, не убежал, нормально. Вот мы такую тряпочку раз. Сейчас. И главное, что понимаешь, что тут их надо уже хавать, потому что пока не горячие, пока сыр там. Ну то давай, Саня, да, бутылка, а рюмки. Ну, давай, давай. Ну пока жарится, я сейчас, да. А я такой. Так, соль, где у нас соль? Объясни, что вот ты насыпал соль сюда. Это я насыпал сыр. Свой собственный домашний сыр. Со специями. О, кстати, не придумал. Ну. А, можно его назвать... Чабануфу. Чабануфу. Если тут чабанури, то это чабануфу. Ну, чабануф. Да. Через фы. Чабануф. Тазик, конечно. Тазик, да, такой знатный. Так, по соли там, если что, можно будет подсолить. Фасоль. Фасоль? Саня, фасоль є варена. Фасоль, если что. Если є варена фасоль. О, да. А цей тазик у нас буде стоять на столі в центру, просто. Отлично. А нема пів відра в тебе? Сирий. Ні, отлично. Сирий. Який він сирий, ти що? Дай тебе кусочок. Придурка, да? А под салатик.
Май. Фудкорно, да? Ужасно. Это удивительно вкусно. Нет, это не вкусно, это дуже смачно. Это смачно.